Непростая эпидемиологическая ситуация в стране и мире порождает массу слухов, нелепость которых граничит с вопиющей безответственностью их распространителей. Эксперты предупреждают, сохраняйте критичность мышления. Панике не стоит поддаваться в любом случае, тем более, когда для этого нет оснований. Любителям же ловить рыбу в мутной воде стоит напомнить, что закон не дремлет. За распространение заведомо недостоверной информации, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, злоумышленнику грозит не менее 30 тысяч рублей штрафа. Если же в подобном деянии замечено юридическое лицо, то сумма наказания поднимается до 100 тысяч. Подобного рода ответственность предусмотрена частью 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях. Распространяя информацию, можем оказаться в ситуации, когда она является недостоверной. Чтобы понимать это, приведу простую аналогию. Мы все для себя принимаем правило переходить на зеленый свет. И когда ступаем на дорогу, то пытаемся убедиться, а видят ли водители нас. Поэтому, делая перепост, убедитесь, что это официальная информация, она достоверная,